Здравствуйте, вы смотрите новости. Это главное за неделю. Мы вместе с вами подводим итоги прошедших 7 дней. В начале выпуска коротко о главных темах. Под куполом и в мини-формате в сквере Ямальский устанавливают макеты интересных объектов городов округа. Открытый диалог на тему здравоохранения. Что волнует муравленковцев и какие вопросы они задали директору окружного профильного департамента. В городском лесничестве началась выдача разрешений на вырубку хвойных деревьев. Цены ниже, чем в прошлом году. Город преображается даже зимой. В сквере Ямальский устанавливают новые арт-макеты. Под куполом и в мини-формате. В сквере идет установка макетов будущего ЗАГСа и культурно-оздоровительного центра города Муравленко, ЖД вокзала Лабытнанги, телецентра Ноябрьска и других объектов. Задумка арт-проекта уникальна. Таких на Ямале больше нет. 9 объектов. На данный момент идет сборка, установка. И в ближайшее время, в течение недели, мы это все установим, и наши жители могут ходить любоваться. Изменения произошли и в центре города. В сквере Молодежной установили новую доску почета. На ней также будут размещены фотографии 20 жителей, внесших весомый вклад в развитие города. Особую выразительность придает подсветка, так что в темное время суток объект станет еще более заметным и украсит город. В детском саду «Дельфин» производят заключительную дезинфекцию. Несколько дней учреждение не принимало воспитанников. Тем продолжит Оксана Шосток. Решение о необходимости проведения заключительной дезинфекции принял Роспотребнадзор. В адрес детского сада направили соответствующее постановление. Причиной таких мер стала кишечная инфекция. С 30 ноября в «Дельфине» выявлено 9 случаев заболевания. Дезинфекция по постановлению главного санитарного врача по городу Муравленко и Ноябрьска проводится только с привлечением служб, которые имеют лицензию на проведение дезинфекции. Обработку детского сада проведут специалисты ноябрьской фирмы. Заключительная дезинфекция – самый надежный способ защиты от различных инфекций, передаваемых воздушно-капельным и тактильным путем. Это позволяет предотвратить распространение заболеваний, особенно в осенне-зимний период. Так как своими силами мы не имеем права проводить такую дезинфекцию, нам пришлось закрыть учреждение, отправить детей домой. И мы подготовили учреждение, мы убрали всю лишнюю мебель, ковры, игрушки. На наличие вирусов были обследованы и все сотрудники. Детского сада. На сегодняшний день с гарантией можем сказать, что мы исследовали их даже не наличие заболевания, а наличие вируса-носительства. То есть у них даже вируса-носительства исключили. То есть говорить о том, что это источник оттуда, нет как раз таки. Обработке подлежат все помещения учреждения, начиная с группы, заканчивая местами общего пользования. Специалисты обрабатывают спортивные и концертные залы, пищеблок, коридоры и раздевалки. Это нужно сделать качественно и безопасно для здоровья малышей. Затем мы своими силами все отмоем, все расставим и будем встречать уже ребят в чистом, стерильном помещении. Детский сад вновь примет малышей уже в понедельник. Но медики настоятельно рекомендуют родителям быть внимательнее к детям и при первых признаках заболевания не водить их в детский сад, а обращаться к врачу. Оксана Шосток, Андрей Нагибин, Анатолий Шуликов. Новости Муравленко. Тема очередей в городской больнице не теряет своей актуальности. Ее на этой неделе озвучили участники открытого диалога. Он прошел с участием первого заместителя директора окружного департамента здравоохранения. Все подробности в следующем сюжете. Большая очередь в отделении неврологии. С этого начинают свой диалог жители города. Работает всего один специалист. Чтобы пройти плановое лечение в стационаре, приходится ждать. Лечат прекрасно. Специалисты хорошие. Персонал замечательный. Но не попасть. С проблемой руководство городской больницы знакомо. Врачей не хватает, и это одна из основных причин многих недовольств пациентов. Но на должность врача-невролога уже определена кандидатура. В скором времени специалист приедет в наш город, и тогда проблема с очередностью, по словам главного врача, в отделении неврологии будет решена. Через своих участковых врачей каждый пациент, который был ранее назначен на определенный день госпитализации, получит новый срок госпитализации. Вопрос, касающийся привлечения врачей на вакантные ставки, находится на контроле в окружном департаменте здравоохранения. В открытом диалоге участвует заместитель директора ведомства Кирилл Трапезников. Он подчеркивает, в Муравленко созданы все условия для того, чтобы на работу в город приезжали специалисты. Запущены специальные программы регионального значения для привлечения специалистов, в основном финансово, соответственно, да. Как повторюсь, опять сегодня говорил, уникальные возможности города Муравленко в лице главы администрации, да, и всей его команды в том, что у вас нет проблем с жильем, предоставляемым, приглашаемым медработником. На остальном Ямале, как бы,
так все благополучно не обстоит. Врачам дефицитных специальностей, приезжающим на работу в Муравленко, региональным бюджетом предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей. Нам очень приятно, что вот эти наши инициативы легли в закон для всего Ямала на 2019 год. Да. Наша инициатива была принята, и теперь это будет действовать по всему Ямалу. У нас большая проблема с медицинскими работниками, вы знаете об этом, в школах и в детсадах. И вот когда мы получим полностью заполненный штат, тогда можно будет говорить об устройстве системы физиолечения и в учебных учреждениях. Затронули на встрече и то, как работает талонная система в поликлиниках. Через интернет взять талон на прием очень сложно. В скором времени, уверяют в городской больнице, эта проблема будет решена. У нас уже издан приказ по больнице, мы будем внедрять его. До 80% первичных талонов будут выкладываться в единую электронную систему самозаписи. Остальные 20% будут выдавать пациентам через регистратуры. Еще одно нововведение касается даты так называемой выкладки новых талонов. В скором времени они будут появляться на каждый 10-й рабочий день. Эти новшества коснутся всех поликлиник города. А вот для записи на повторный прием к специалистам обращаться в регистратуру не нужно. Юлия Лучникова, Нина Гультяева, Инна Юшина, Анатолий Шуликов. Новости Муравленко. Теперь к другим темам. По статистике, в России примерно каждый 20-й полис ОСАГО поддельный. Для нашего региона эта ситуация нетипична, но водителям стоит быть предельно внимательными. По словам специалистов, распознать липовый документ, даже подделанный, качественно возможно. Оригиналы изготавливаются на типографиях госзнака и имеют несколько степеней защиты. Если все же у автовладельца возникли сомнения, подлинность документа можно проверить онлайн на сайте Союза автостраховщиков. Но сейчас и этот момент мошенники научились обходить. Поэтому при любых сомнениях лучше позвонить в страховую компанию. Между тем, наличие фальшивой страховки чревато серьезными последствиями. За использование поддельного полиса ОСАГО Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено назначение наказания в виде штрафа до 800 тысяч рублей или заработной платы, либо иного дохода осужденного на период до 6 месяцев. По официальным данным, в Муравленко разрешение на перевозку пассажиров имеют более 130 водителей. И если официальный перевозчик дорожит своей репутацией и соблюдает требования закона, то нелегалы игнорируют правила, чем вызывают недовольство у горожан. Тем продолжит Иван Воронцов. Один звонок, и через несколько минут машина у подъезда. Однако приехало за вами правильное такси или нелегал, сразу не распознать. Различить по внешнему виду автомобиля трудно. Но если есть сомнения, можно попросить водителя предъявить документы. Это разрешение на перевозку пассажиров и путевой лист с отметками о прохождении медосвидетельствования и техосмотра. Если таких документов нет, перед вами нелегал. Такое такси не несет за вас никакой ответственности и грубо нарушает закон. Если служба такси оказала некачественное оказание услуг, например, высадила наполовину пути, то они имеют право не оплачивать проезд. Если их не устраивает качество оказания услуг, то стоит произвести запись на диктофон или сделать видеозапись на телефон и обратиться с претензией в службу такси. И уже при отказе в удовлетворении претензии можно обратиться с жалобой и к нам в Управление экономики и прогнозирования администрации города, кабинет 114, ну или в Роспотребнадзор по нашему городу. Сегодня в городе официально действуют 4 перевозчика, но специалисты отмечают, что только одна фирма числится как такси. Остальные по факту – это диспетчерские службы. Они принимают звонок от клиента, отправляют адрес водителю с помощью рации или специальной программы для смартфона. А вот есть ли разрешение у этого человека на перевозку пассажиров или нет, по большому счету диспетчеров не интересует. На текущий момент нет единой нормативной базы касательно работы диспетчерской службы такси. Этот закон не прошел первое чтение, его отправили на доработку, и мы также остаемся в подвешенном состоянии. Никто не знает, когда его окончательно примут. Там есть такие нюансы, которые обязывают диспетчерскую службу передавать заявки только лицензированным автомобилям, которые прошли медицинский предрейсовый осмотр и технический осмотр. На текущий момент, к сожалению, мы не можем требовать от водителей этого в полной мере. Закон, регламентирующий деятельность такси, начал действовать с 2011 года. За это время на территории округа выдано более 4000 разрешений. В Муравленко на руках водителей более 130 лицензий. На текущий момент стоимость лицензии стоит 250 рублей всего лишь. Это очень небольшие деньги. Лицензия открывается на 5 лет. Поэтому
все желающие могут открыть лицензию и спокойно работать легально. Бороться с нелегальными такси призваны две федеральные структуры. Это органы Гостехнадзора и ГИБДД. Инспекторы ДПС поставлены в жесткие законодательные рамки. Сотрудник ГАИ может останавливать для проверки только машину с соответствующими опознавательными знаками, с фонарем, шашечками или цветографической схемой на кузове. За 10 месяцев выявлено 7 нарушителей. Таксист не довез детей до места назначения. В 30-градусный мороз просто попросили, чтобы дети вышли из машины и уехал. К сожалению, автовладельцы даже после изъятия шашечек и оплаты штрафа продолжают таксовать. А пассажиры дают им возможность нарушать закон, не отказываясь от поездки с нелегалом. А ведь это прежде всего собственная безопасность. Иван Воронцов, Антон Иванов, новости Муравленко. Представители местного отделения партии «Единая Россия» намерены внедрять новые механизмы работы в свои партпроекты. Идеи и предложения озвучили на встрече с кураторами основных партийных направлений, где подвели итоги реализации проектов в текущем году. Рассказывает Ирина Бугри. Партийные проекты – важнейшие инструменты в работе «Единой России». Они рождаются там, где ситуация требует конкретных действий, системного подхода и, что самое важное, результата. Важно, чтобы эти проекты работали в рамках общей нашей городской программы развития нашего города. И тогда каждый человек почувствует, что данный проект, который реализуется партией «Единая Россия», он направлен на него, на этого человека. Вот это важно. Позиция, что партия – это жители нашего города. «Единая Россия» представляет жителей нашего города. Сегодня в Муравленко успешно реализуется 17 партпроектов. Большинство отлично себя зарекомендовали. К примеру, дисконтными картами «Забота» пользуются около 4000 горожан. Порядок в магазинах города наводят активисты народного контроля. За 6 лет проверено более 120 торговых точек. А за качеством питания в детских садах и школах следит рабочая группа «Здоровое питание». Но важно, говорят активисты, чтобы у детей был здоровый рацион питания и дома. Уже готовые брошюрки, рецепты, меню тех блюд, которые используются в образовательных учреждениях, они готовы поделиться с родителями. И мы хотим вот эту практику, наверное, будем разрабатывать, продумаем, как это лучше сделать. Возможно, мы будем выходить на родительские собрания, разговаривать с ними. Региональные проекты партии в городе реализуются 100% успехом, но останавливаться на достигнутом не в духе единороссов. Нужно внедрять новые механизмы и форматы. Так успешно реализуют идеи горожан. В клубе инициативных людей регулярно обсуждают насущные проблемы. Те, кто за здоровый образ жизни, участвуют в мероприятиях проекта «Начни с себя». Одни воинской славы призваны помнить и чтить героические подвиги в истории российского государства. Постараемся как можно больше людей завлечь в этот процесс. Ну и еще один из проектов – это будет QR-коды совместно с библиотекой, совместно с архивной службой. Мы вот будем устанавливать на наши исторические какие-то здания, которым уже более 30 лет, да, которые очень важны для Муравленко, и которые, возможно, мы росли в это время, когда эти здания строились и возводились. И вот таким вот способом популяризировать тоже места, которые вот у нас в городе как бы пользуются спросом. Бесспорно, «Единая Россия» участвует в проектах не только словом, но и делом. Партийцы намерены активизировать работу по безопасности дорожного движения, пропаганде здорового образа жизни. А тем, у кого есть вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, поможет школа грамотного потребителя. Работать на благо каждого человека. Этот принцип остается неизменным. Ирина Бугрим, Анатолий Шуликов. Новости Муравленко. На этой неделе стало известно, что с 1 января пенсии неработающих пенсионеров повысят на 7,5%. В среднем на 1000 рублей. Среднегодовая пенсия в этом году составляет 14 400 рублей, в следующем она вырастет до 15 400 рублей соответственно. Тем, кто уволится в новом году, пенсии тоже увеличат с учетом всех прошедших за время их работы индексаций. На Ямале средний размер пенсии составляет более 19 000 рублей. Повышение коснется около 142 000 ямальских пенсионеров, из них более 6 000 проживают в Муравленко. Также в новом году на 2,4% увеличатся социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения. На этой неделе на Сабете запустили в работу третью очередь завода по сжижению природного газа «Ямал-СПГ». Проект «Ямал-СПГ» – один из крупнейших в мире. Он был реализован в рекордные сроки и с опережением графика – более чем на год. Благодаря запуску третьей линии завод выйдет на свою проектную мощность 16 миллионов тонн производства СПГ в год. В случае, если мы успешно реализуем два наших проекта в области СПГ, «Ямал-СПГ» и «Арктик СПГ-2», только валютные поставления в нашу страну, валютные поставления, подчеркиваю, будут составлять в год более 30 миллиардов долларов. Это для нашей страны очень важно.
задача наша, мы видим, регионального правительства, это содействие развитию инфраструктуры. И хочу сказать вам огромную благодарность. Буквально в июле, когда была встреча, через неделю после нее, очень оперативно была принята концессия, выпущено распоряжение правительства о старте северного широтного пути. Осенью концессионер подписал официальные все документы, и сейчас мы находимся в активной фазе, идет проектирование. И, безусловно, развитие инфраструктуры – это залог того, чтобы новые проекты энергетические вводились в срок, и инвесторы принимали предложительные решения. На этом и концентрируем нашу работу. На этой неделе во всей стране отмечали День Конституции. Основному закону нашего государства исполнилось 25 лет. 12 декабря в городе прошел Общероссийский день приема граждан. Главе города Александру Подороге и представителю губернатора Валентине Полыновой муравленковцы пришли не только с вопросами, но и предложениями. Среди них открытие в прогимназии «Эврика» спортивной секции по карате, создание общественной организации для работы с детьми особой заботы и проведение обучающих семинаров для родителей и специалистов по работе с детьми с аутизмом. Это дают деньги. У нас на следующий год приблизительно мы планируем, да, около 10 миллионов также на народную инициативу, на народный бюджет. Я предлагаю вам поручить финансирование по этой программе и за эти деньги, в том числе, арендовать зал. Жителям города посоветовали представить свои идеи в проекте «Бюджетная инициатива граждан». В этот же день, 12 декабря, в Доме культуры Украины состоялось торжественное мероприятие. Работников различных отраслей наградили за профессиональное мастерство, а молодым людям вручили первые в их жизни паспорта. В округе подвели итоги регионального чемпионата WorldSkills. Он проходил на площадках 6 ямальских колледжей, в том числе и на базе Муравленковского. За право стать лучшим в течение нескольких дней боролись участники из Муравленко, Губкинского, Нового Уренгоя и Ямбурга. За ходом чемпионата следила Татьяна Бойко. В Муравленко дали старт 4-му региональному чемпионату WorldSkills. Студентов, школьников, рабочих приветствуют в актовом зале 4-й школы. Участники состязаний сразу дают понять – борьба будет серьезной. Настроены на победу, потому что мы знаем эти все, ну, оборудование все знаем, на нем занимались, поэтому нам будет намного легче. Те компетенции, которые представлены в колледже, были у нас в техникуме, не все, конечно, но те, которые были, мы проработали много-много раз, поэтому готовы. Участники чемпионата из Муравленко, Губкинского, Ямбурга, Нового Уренгоя, Салехарда под гимн WorldSkills поднимаются на сцену. Почетные гости желают им удачи и честной борьбы. Вас, ребята, я поздравляю с тем, что вы уже одержали победу на первом этапе муниципальных конкурсов и вышли на региональный уровень. Как мы видим, с каждым годом это движение расширяет свои масштабы, набирая все больше участников. Это очень отрадно. В конкурсной программе три компетенции – добыча нефти и газа, сетевое и системное администрирование, обслуживание грузовой техники. В двух из них впервые возрастные границы участников значительно расширили. Отличиями, новшествами является то, что по сетевому системному администрированию, кроме основного возраста, чемпионат проходит еще для юниоров в возрасте 11-14 лет, а по компетенции обслуживания грузовой техники чемпионат проводится для возраста 50+, так называемые навыки мудрых. На протяжении трех дней юниоры решали поставленную им задачу. Будущие системные администраторы уже собрали из комплектующих системный блок, установили операционную систему. Теперь предстоит настроить сеть и связать компьютеры между собой. С этой задачей справится далеко не каждый студент, а этим школьникам, по-настоящему увлеченных компьютерами, все по плечу. Это первый маленький шаг к большой работе системного администратора. Они уже с АЗОВ с маленьких лет учатся правильно работать с техникой, понимать ее и настраивать ее. Молодой специалист Владислав Кутуков из Ямбурга о чемпионате узнал от совета молодых специалистов предприятия, где работает сам. Взял несколько дней выходных и приехал в Муравленко. Считает WorldSkills хорошей возможностью испытать свои силы, пополнить базу знаний, получить практический навык, да и просто пообщаться с хорошими людьми. Для меня это было абсолютно новое, потому что я работаю немножко другой специфике в газовой отрасли. Здесь представлена нефтяная все-таки, нефтяные скважины. Для меня это было новое и трудное. Мне пришлось позаниматься, поработать, поучить, посидеть. На производственной базе колледжа в компетенции обслуживания грузовой техники соревнуются студенты и те, кому уже за 50. Акбулат Нурманов – опытный специалист, много лет работает мотористом в МТК. Двигатель смог бы разобрать и собрать закрытыми глазами. Тем не менее, выполняя задание, волнуется. Для меня это не очень сложно. Ну, были там моменты такие, что на внимательность.
Наши студенты WorldSkills участвуют уже второй год. Представляли город на всероссийском чемпионате в Краснодаре и Южно-Сахалинске. Вошли в пятерку лучших. Теперь стремятся взять новую высоту, стать участниками международного чемпионата, который в 2019-м пройдет в России, в городе Казань. Хочется и нам попасть в Казань, но я думаю, мы будем стремиться к этому. Мы сначала попадем на отборочное соревнование в Ульяновск, а потом будет национальное российское в Казани, то есть как бы тренировка, ну а следом уже международное. Мы, конечно, будем стремиться как можно лучше выступить. Чемпионат проходил 4 дня. Кроме испытаний была насыщена деловая программа, круглые столы, мастер-классы, дискуссионные площадки. И вот победители под бурные аплодисменты поднимаются на сцену. В компетенции обслуживания грузовой техники золотую медаль получил Даниил Студенков, студент 4 курса ММК. В категории «Навыки мудрых» больше всего баллов набрал Акбулат Нурманов. В сетевом и системном администрировании лучшими среди юниоров стали ученики Салихарда. В компетенции «Добыча нефти и газа» золотая медаль у Ярослава Фролова, студента ММК, и оператора «Газпром-добыча Ямбург» Владислава Кутукова. Татьяна Бойко, Антон Иванов, Анатолий Шуликов. Новости Муравленко. В квартирах муравленковцев устанавливают автономные пожарные извещатели. Новейшие приборы способны самостоятельно передать сигнал о возгорании в пожарную охрану. Уведомления придут и на телефон хозяина жилья, рассказывает Татьяна Коломеец. В семье Бекуевых трое детей, а совсем скоро пополнение. Многодетная мама рассказывает, дети с детства приучены, что спички не игрушка, но теперь сама будет спать спокойно. Как правило, всегда у нас на севере часто очень пожары бывают, особенно в летний период. А тут современными технологиями, тем более, что это все будет передаваться дистанционно, это, конечно, очень удобно и полезно. Работа по установке датчиков проводится специалистами управления ГОИЧС совместно с работниками Центра соцобслуживания уже третий год. И если раньше жильцам в случае чего приходилось самостоятельно звонить в пожарную охрану, то новейшие извещатели автоматически и оперативно отправят сигнал в службу спасения, а также на телефоны владельцев квартиры. Обеспечение безопасности мест проживания многодетных малоимущих семей в нашей администрации стоит на первом месте. И эта работа у нас ведется не только в этом году. Мы ее начали уже 2016 года. На протяжении 2017 года мы установили дымовые пожарные извещатели 94 семьям многодетным малоимущим. В этом году мы уже установили 3 семьям датчики. Сейчас эта работа продолжается. Планируется до конца недели установить еще по 14 адресам. Сколько комнат в квартире, столько и извещателей. Установка занимает не более 10 минут, а при возгорании может спасти жизнь. При срабатывании прибор выдает звуковой сигнал, способный разбудить даже спящего человека. Вот так он передается на пульт ЕДДС и телефон. Пожар. ЕДДС, Муравленко, 25-37, сработка пожарной сигнализации. В использовании пожарного извещателя нет ничего сложного. Главное не забывать вовремя менять батарейки. Небольшой, почти незаметный прибор на потолке моментально распознает запах гари благодаря чувствительному сенсору. В городе только в этом году произошло 24 пожара. В прошлом году, за истекший период, аналогичный период, произошло 25 пожаров. То есть на один случай увеличения в прошлом году было у нас. Основными причинами данных пожаров явились нарушение правил эксплуатации электрооборудования, либо аварийный режим работы электрооборудования, также неосторожность при курении и неосторожное обращение с огнем. Последствия возгораний всегда неутешительны. В этом году при пожарах в городе погибли 6 человек, еще 5 получили травмы. Поэтому такие меры безопасности, как установка пожарных извещателей, трудно переоценить. Татьяна Коломеец, Владислав Дроботов. Новости Муравленко. В городском лесничестве началась выдача разрешений на вырубку хвойных деревьев. Их стоимость стала ниже уровня прошлого года. На одну квитанцию полагается не более 5 талонов на заготовку деревьев. Ель высотой в 1 метр обойдется 84 рубля. Трехметровая будет стоить 241 рубль. Условия оплаты изменились. Нужно определиться с высотой дерева и потом оплатить в Сбербанке. Можно также в Сбербанке оплатить онлайн. Это намного дешевле. Потом прийти сюда, это вот квитанция, оплата, она не дает права на вырубку. Нужно прийти в лесничество и оформить договор купли-продажи на лесных насаждений. Рубить можно только ели и сосны, не ближе, чем в 5 километрах от города. Желательно рядом с трубопроводами и под линиями электропередачи. Нарушителям лесного законодательства за возмещение ущерба придется заплатить штраф от 3000 рублей. В отдельных случаях может грозить и уголовная ответственность. И близится к завершению строительство ледового городка. Его открытие состоится уже в конце декабря. Над чем сейчас работают скульпторы и каким будет конечный результат, расскажет моя коллега Татьяна Бойко.
Еще чуть-чуть, и эта площадка превратится в настоящее космическое пространство. Его заполнят ракеты, луноходы, кометы, планеты и даже неопознанные летающие объекты. Над созданием скульптур трудятся ледовых дел мастера. В руках скульптора стамеска – один из главных инструментов. Специальный металл режет лед, словно бумагу, и как по волшебству глыбы льда превращаются в удивительные фигуры. Владимир Алманов – настоящий профессионал. Скульптурой занимается с 10 лет. Недавно участвовал в международном зимнем фестивале «Гипербория». Занял 3-е место. На Ямале он впервые. Шикарный лед, погода хорошая, климат приятный. И удивил город, на самом деле. Я ехал, не знал, как он будет тут. Но атмосфера очень приятная, город очень цивильный, чистый. Возводит городок строительная компания «Ермак» из Перми. Муниципалитет заключает с ней контракт не в первый раз. Первая бригада мастеров приехала задолго до начала основных работ. Заготавливали лед. Всего на строительство городка понадобится не менее 800 блоков. Все работы идут по графику. Уже почти вышли на финишную прямую. Совсем скоро специалисты приступят к световому оформлению. В этом году немножко подсветочка будет другая в плане конструкции подсветки. Мы немножко поиграем с цветами, с направлениями. Горки, лабиринты и ледовые фигуры обязательно должны строиться с соблюдением ГОСТа. За этим следят специалисты управления коммунального заказа. По этому ГОСТу мы конкретно отрабатывали высоту, толщину, значит, конструкции, конструктивы для того, чтобы они не могли ни упасть, ни привалить, ни сломаться. Нагрузки, как по горкам требования, то это весовые нагрузки. О том, что мы прекрасно понимаем, что детки будут забегать, и по весу, как говорится, мы с 50-кратным увеличением сделали деревянный каркас. Горожане с предвкушением ждут, когда же, наконец, зажгутся огни на главной елке города. Самые нетерпеливые нередко наведываются на территорию строящегося ледового городка. Монтажники и скульпторы предупреждают, пока ведется строительство, находиться там небезопасно. Вместе с тем обещают закончить все работы до 23 декабря. Также снежные фигуры и горки появятся в молодежном сквере в районе 5-й и 2-й школ города. Совсем скоро горожане смогут в полной мере насладиться настоящей зимней сказкой. Татьяна Бойко, Антон Иванов, новости Муравленко. Такой была информационная картина этой недели. Я желаю вам всего самого доброго.